Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить пятую часть Гарри Поттера. Называется она у нас Орден Феникса. В общем, искали мы горгулей и искали мы учеников. Вот. Нашли мы какую-то горгулью в прошлой серии. Вот Колин Криви, вот он у нас. Мы же ему помогли? Или кому? Так, значит, нам нужен... Корви. Виадук. Виахрюк. Где наш Виахрюк? Так где мы там... Нас? Мы там, помнишь, этого... Там же и был этот какой... Вот этот Корин. Ты видишь где-нибудь Виадук? Не. Вот он. Как же он далеко. Виадук. И там где-то у нас должна быть говорящая статуя еще одна. Говорящая. Пойдем вот сюда. Пошли. Вот сюда. До Виадука далековато. Нормально, добежим. Мы даже в прошлой серии какой-то квест выполнили. Помните, да? Мы там фотоаппарат доставали. Доставали щелочку на штаны. Так, спускаемся. Давай-ка. Беги, Горюша, беги, дави клопов. Это развелось вот здесь. Ну чё такой гад уехал? Коль рифмовать тебе не лень, то это делай это каждый день. Спасибо. Какой-то это всему... Портрет тебе... этого поэта, что ли? Такая усталость. Как же она тебе наваливается, ты же всю жизнь в картине. Живешь, а усталость навалилась. Может быть, это груз в животе у тебя. Тебе надо сходить из картины куда-нибудь, выйти. Молодильных яблочек тебе надо привезти, чтобы Змей Горыныч принес. Здравствуй. А Горыныч не ответил, так что понятно. Эти все шары гоняют. Кто ж это говорит? Кого-нибудь жарить, может быть? Да, было бы неплохо. Виадук. Вот он, наверное, да? Да. Виадук. Вокально-инструментальный ансамбль Дук. Мне кажется, где-то поблизости есть говорящая горгулья. Вот, может, сюда пойдем, мы сюда не ходили. Гермиона, ты точно... Смотри, ты кто? Вот он. Вот она. Привет. Хрюха. Скажешь нам что-нибудь? Хрю. А ты не знаешь, где остальные говорящие горгульи? Ни одной не видел. С тех пор, как мой собрат пропал с этого цоколя. А что с ним случилось? Год назад сюда влетел какой-то мальчишка, за которым гнался дракон и столкнул моего друга вниз. Заходите как-нибудь, поболтаем. Здесь можно устроить отличный пикник. Жду вас в любое время. Гарри, ты ни в чем не виноват. Нашли три, осталось две. Интересно, где их искать? Внизу, что так. Ли? Еще вот. Ну, хочешь поджечь? Да, поколдовать что-то мне захотелось. Порядок. А, вот инсендио, да, у нас? Давай, Гарри. Хрюндели спасли. То есть не спасли, а нашли. Ну что ж ты, а? А ты посмотри, как консенди делаются, и все будет. А, все научилась. То есть вспомнила. Да я просто что-то там делаю с мышкой, и вот как-то получается. Ой. Пусть у нас везде будет огоньки гореть. Хороший замок. Так. Опять приперлась. В той комнате, что мы нашли, появилось очень много нового. Ты не сидел без дела, Гарри! О, жесть ты какая страшная. Почернела уже. Так, пойдем дальше. Даже привидения растут. Угу. О, еще факелов поджечь. Инсендио. Так, он даже ходит, вот как находимся? Гарри Поттер. О, все сделали. Смотрите, какая у нас красота. Замечательные ребята. Вот, все горит. Троица без четверицы.
Давайте нам шарики все, пожалуйста. В жбан залетай. Оп, молодец. До следующего совершенствования 200. Без лица чел ходит. Да, что-то он странный. Иди отсюда. Шел он. Слендермен. Да, без лица. Слендеркук. Ходит тут. Я надеюсь, вы ищете горгулей? Да, да, да. Ну а что мы еще ищем, ну, конечно? В защите темных искусств. Где-то... Так, где у нас защита? В каком-то пролете? Защита от темных искусств, да? Давайте посмотрим на Снега, как он там у нас поживает. Сколько осталось? Две, да? Угу. Тебе тупик, башня, это куда нас привела? А вот сюда. Угу. Гарри Поттер такой придурок. Не забудьте, мы должны найти говорящих горгулей, чтобы выполнить задание профессора Бинса. Выполним, Бинс. Ну где там следы? Блин, следы, не видно следов. Новый день знаний. То есть мы так просто здесь бегаем. Нужно такая вот игра. Слушать и смотреть по сторонам. Куда ты убили? Множество горгулей, но не все могут говорить. Хорошо. Но мы будем говорить только с теми, которые говорят. Если мы не будем говорить с теми, которые не говорят, нас посчитают психами. И почему странно не считают психами нас? Потому что мы разговариваем вообще с горгулей, со статуей. Жесть. В жизни я подошел к памятнику. Начал с ним говорить. Я говорю, чувачок, тебе психушку надо. А у Гарри можно... В этой игре можно говорить с горгульями. А в жизни не поговоришь. Шел он, что-то посмотрел, обратно вернулся. Так, на виадуке нашли. Колина Криви нашли. А что, конечно. Где еще она была, не помнишь? Кто? Еще одна. Последняя. Еще две, наверное. Вот это, я знаю, это вот на защиту мы сейчас идем. А еще одна где? На переходе каком-то. Угу. О. Че, тупик, что ли? Зажгем. Ой. Горгуль. Ой, это кто такой хмык? А, это какой-то ученый, видимо. Их. Ух ты, какой ты, ёб, да? Ни хрена себе, ты прыг... Эй, порядок. Нужно очень внимательно слушать и смотреть по сторонам. Простите, эй. Говорящая горгулья? Тук-тук. Кто там? Ух, ух. Прости, я сразу не поняла, что ты сова. Ну все, хватит. Растяжные ха-ха. Горгульи все чокнутые. Нет, не уходите, у нас еще много шуток в запасе. Сколько еще осталось? Осталось найти только одну. Круто. И Гермиона даже ничего не сказала, что... Метла. Да, там вот метет. Че, ты к Снегу хочешь зайти? Да, я хочу к нему зайти. Йо. А что с этим шкафом делать? Поджечь. А, там этот как усидит? А может никто не сидит? А, сейчас же Амбридж преподает. Точно, по-моему, она же в этом году. Не-не-не, тогда пойдемте отсюда лучше. Ну хорошо, где еще одна горгулья осталась? На четвертом этаже где-то. Четыре? А как нам? Ух, ёб, так нам далеко идти. Давай укажем путь. Ляпу. Четвертый этаж. Пойдемте на четвертый этаж. Давай следы указывайте. А кто ж там ходит постоянно впереди нас? Кто эти следы делает? Ну, это просто так, как бы... Тот, кто вляпался, что ли? Сделали такую. Ага. Подсказку нам сделали. Тут тумин словил на газоне. Угу. Вот так. Так. Понятно. Я надеюсь, вы ищете горгулей? Горгулью. Мы уже почти нашли. Кто такой? Кто ух. Там? Ух! Так, где Гермиона облегчилась. Прямо... Ну, не стыдно ей, ёбу. Куда чё? Идти? Где следы? Следи! Куда ты сюда не поворачиваешь? Ёб, испугался. Да, что-то забудьте, там они делают. Мы должны найти говорящих горгулей, чтобы выполнить задание профессора Бинса.
Спасибо, спасибо. Мы все сейчас выполним. Ты видишь, какие следы хорошие? Хоть бы подсказал. Только что с газона. Ну, да. В принципе, нам и так подсказывают, да, и без Гермионы нам подскажут. Уйди с проходу. Куда? Вот сюда. Четвертый этаж. Она, кстати, не сказала последний раз, что... Где-то здесь говорящая горгулья. Она ничего не сказала. Да, ничего. Четверг жбан. На четверг жбан идем. А, вот сюда. Нет. Их, да ты таким же был, ё-моё. Возрастил, стал крутым, можешь высказывать, что мы ученики, да? Но нет. Когда Гарри повзрослеет, он также был вот, эх, ученики. Нужно очень внимательно слушать и смотреть по сторонам. В Хогвартсе множество горгулей, но не все могут говорить. А это вот как нам открыть? Хренью какую-то. Ё, в золото, вот бы сдать. Получить миллионы. Пару шариков. Все отлично. Так, Мэри, где... Так, походим здесь, вот везде. Да. Ух ты, что пишет в ежедневном пророке? А что пишет? Вот что пишет, понятно. Может сюда? Может здесь она, может, вот на подоконнике? Здесь, да. Отдай статую. Куда ты ходишь, туда-сюда? Следы уже не ведут никуда. Присесть так, можно? Здесь или нет? Нет, здесь ничего. Я надеюсь, вы ищете горгулей? О, нашли. Да, нашли. Похрюгай. Спасибо. Простите, вы умеете говорить? Нет! А кто же это сказал? Не я. А кто тогда? Она вон там, с помойкой вместо прически. У меня на голове не помойка. Правда, Рон? Ну, нет, не совсем. У меня буйные волосы и был тяжелый день. Вот и все пять горгулей. Идем назад, расскажем Дину, где они. Отлично. Спасибо тебе большое, что ты нам пишешь. Все рассказываешь нам, все секреты. Где Дин? Так бы мы, наверное, долго бы искали. Спасибо, Илья. Да, спасибо тебе. Привет. Привет. Ты здесь просто ищешь чувачков, делаешь их задания, потом опорожняешься и становится легче. Вот здесь вот что такое? Я думаю, это тоже какой-то, может, секрет. Давай, давай, давай. Я только не знаю, каким это заклинанием сделать. Вверх, вниз. Вот, акцию, понятно. Акции, мы бы купили акции Хогвартса, понятно. Все, мы остались. Исследование. Что это? Герб, герб. Сейчас опять этот призрак ко мне прилетел. О, прошел. Жесть, ну ты пупок доил. Я говорю, призрак, да, и Гарри через дверь прошел. Эх, ученички! Дин, ты где? Сейчас ты пойдешь к нам в... Дин! Я люблю болтать без дела, предпочитаю молчать, если тебе... Сюда или сюда? Вот, сейчас она подъедет. Пойдем. Пойдем к Дину. Вот это имя, Дин. Ты ведь зайдешь в нашу комнату, Гарри? Там ох, почти так же хорошо, как в моем туалете. Замечательно. А в нем еще лучше будет, если ты туда сходишь, правильно? А мы туда никогда не пойдем. Так что только с противогазом. Вот так-так, сказала картина. Покуряйте что-то. Понятно. Но он ей ничего не ответил, кстати, он промолчал. Че она все хочет? Да, вот. Куда мы придем? Где этот динтоник? Гермиона, отойди, не вижу из-за тебя ничего. Бегаешь, отмешаешься. Нет, правда, что... Правда, что мне помойка нанесла? Ну нет, ну не совсем. Пиявка. Горящие уховертки. Они следят за нами, постоянно следят. Кто следит? У тебя мания преследования, поэтому ты в картине в сумасшедшем доме сидишь. Ну-ка, а здесь можно что-то? Какой смысл? Смысл какой, я спрашиваю. Быть или не быть, как говорил Шекспир. Вот смех у тебя будет. О, вот чем вы занимаетесь. Где Дин? Почему меня повесили именно здесь? Потому что ты пупок наглый. Очень хочу попасть в Хогвартс. Ты пойдешь? Давай найдем профессора МакГонагалл. Его нет в кабинете. Можно вы? Ну помогите нам, рыжий, где? Слушай, я эту акцию вот околдовала, блин. Посмотри. Привет, Гарри. Порядок. Привет, Гарри. Порядок.
Подушка сложно. Ну посмотри, как Аксу делается. Аксу уже. Давай посмотрим, надо. Да. Нет, он делал Вингардиум Левиоса, что ли, что-то такое. А, понятно, блин. Ну, что-то не по-моему, хочется. По-моему, акция нужна. Акция. Акция и Хогвартс наш. Акция. А так вот акция тоже? Нет, акция это, по-моему, какое-то другое. Хмырь, а ну, что ты не делаешь? Что это вы тут делаете, а? Не хочешь, смотри. Что ты не открываешь нам эти шторы огромные? Ни хрена не хочет. Не хочет ничего открывать. Так, пойдем к Дину. Пошли к Дину. Дональд Даку. У меня нет всего трех карточек. У тебя они есть? Нет, конечно. Откуда же они? Куда он ушел-то? Гарри. Дин. Где Дин? А вот он ходит. А, от него. Дин. Зачем? Так жесть, смотри. Мы его прошли, что ли? Пофиг его знает. Да что у вас так много здесь стоит? Идите отсюда. Вот сюда. Смысл? Диныч. Вон прямо. А, вот сюда, понятно. Теперь нет следов, а есть мой. Вот ты где. Хмырь. Сейчас мы вокруг тебя повертимся. Мы нашли горгулий. Круто. Можно я потом у вас перепишу? Спроси об этом у Гермионы. Да, только после собрания отряда. Отлично. Увидимся. Есть. Еще одного запустили. Угу. Выручай комнате 15 из 28 членов отряда Дамблдора. Угу. На карте мародеров указано, какие задания вы начали выполнять. Ну вот, мы, значит, выполнили еще одно задание. Да, горгули спасли, нашли. Да. Ну что тогда? Есть у нас какая-то Захария Смит, поищем ее. Захария Смит, ну, фиг его знает. Или что тогда мы? Ну или давай тогда все на сегодня. Да, нашли сегодня горгули, у нас такая да. мини-серия получилась. Да, угу. Ну, таймс. Так что здесь мы и закончим, да. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока. Смотрите наше прохождение. Пока.